Борис, скажи, а какие традиции на 8 марта ты знаешь? Снежана, этих традиций огромное множество. Ну, например? Например, мужчинами очень почитается традиция такая. Утром подать своей любимой яичницу со скорлупой. Ой. И беконом в упаковке. Ой. А на обед можно преподнести хрустящие спагетти. Еще очень интересная традиция – перекрашивание вещей путем совместной стирки белых и цветных. Вот насмешил. Знаешь, давай посмотрим еще один музыкальный подарок, а потом ты непременно расскажешь о других традициях в праздничный день. По траве еще зеленой, по макушкам рыжих кленов разбросала паутинки по билету. Посмотри, а в деревне снова свадьба, рвет меха гармонь. И ладно, молодым кричат все горько, ой, как горько, раз, два, три. В огороде у сарая ворон бродит, чуть хромая, на крылечке развалился, словно осень рыжий кот. Но пройдет все очень скоро, вдруг нахмурит небо брови, и флотилия из листьев вниз по речке поплывет. Бабье лето, бабье лето, сколько радости и света расплескала эта осень на родные нам места. Бабье лето, бабье лето, томный вздох кукушки где-то накукует, напророчит нам дожди и холода. Да. Разбухнут все дороги, почтальон промочит ноги. Эх, напрасно ждет девчонка долгожданного письма. Снова грязи будет прорва, и возьмет тоска за горло. Задрожит, как паутинка, вновь гитарная струна. Бабье лето, бабье лето, сколько радости и света расплескала эта осень на родные нам места. Бабье лето, томный вздох кукушки где-то накукует, напророчит нам дождей и холода. Напророчит нам дожди и холода.